Итак, следующая пара у нас. Лапшин, Горин, уже в ринге. Давай я их представлю. Дай-ка мне только вот этого оператора модного сюда. Иди сюда, залезь быстрее. Это звездный матч. Все ждут только тебя. Давай, иди, заряжайся, включайся. Свой пушок включай, настраивай. Готов? Ну что? Да. Вова тебе даст микрофон. Вот, дай микрофончик еще. Это два модных парня. У одного 15-16 боев уже. Второго только два. Это Москва против Кавказа. Два легких веса. Заряженные головорезы, мягко говоря. Давайте послушаем корейца. Он скажет пару слов. Отдай, отдай ему, отдай. Ты что, это корейца, его не знаешь еще. А то бой начнется раньше. Исок, это сила. Синий небосвод, это жизнь. Искать чудо не надо. Каждый из нас чудо. Давайте больше тепла в глаза. И все у вас получится, ребята и господа. Вау! Давайте поаплодируем. И по традиции дадим микрофончик нашему кавказскому топ-менеджеру. Ты себе уже небоскреб отстроил там, нет, где ты работаешь? Офис какой-нибудь в этаже 120. Давай возьми микрофончик. Где микрофончик? Вова, дай-ка нам вот эту штучку. Волшебную я штучку. Я чувствую, сейчас нас ждет рэп-баттл. Всем привет, меня зовут Сергей. Я приехал из Ставрополя. Я бьюсь чаще, чем Хамзат Чимаев. Собираюсь побить рекорд у Шумастера. У него, по-моему, 17-3. Не знаю. Вот я собираюсь побить этот рекорд. Ты просто идешь крейсерской скоростью, как говорится, на быстром ходу. Удачи тебе! Давай поаплодируем и мы передадим слово самому большому, самому огромному, самому гигантскому судье, большому Славе, официальному судье UFC в России. Поаплодируйте, вы чё? Где парни на середину! Парни, вы здесь уже не первый раз. Все знаете, все помните. Не буду вас долго задерживать, руки пожали и по углам! Готов? Готов! Бой, поехали! Готовится пара Куликов-Бахтин. Поешь песочка, Жека, для того, чтобы было интереснее судить. Я песочком завтракаю, обеду и ужинаю на стрелке. Давай, давай. Подбородок! Давай, вставай, братан. Давай, друзья, почему так тихо? Упорная борьба в партере. Поддержим бойцов! Души, нахуй! Давай, души, души, он готов почти. Парни, стоп! На середину, стойка. Внимательно. Внимательно. Стой! Как и все бойцы, как и все на стрелке. Корец, даже если пробили кадык, это не повод сдаваться. Давай, покажи класс. Давай, давай, еще пару. Печень, почки, печень. Души, души. Макс, как дела? Пушка не приведу. Души. Он похож на эту, на кабарок, раскопает. Друзья, давайте покажем, кого вы поддерживаете. Корейского бойца. Души. Или ставропольского Хамзата Чимаева. Смотри, у меня запас всегда цепляет. Ты можешь? Активнее! Давай! Красава, души! Давай, 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 так вот, да, пошел! Хорошо! Души, шею забирай! Давай, хорош, будем! Ну что, может, из барсуки в ударочку уже пора перейти? Такими боями рекордов не наберешь. Какую позицию занял? Отбросил его сразу же! Канады не хватает. Есть золотая пословица, что посеешь, то и пожмешь. Активней. Стоп! Стойка! Не так просто драться в такую жаркую погоду и на песке, друзья. Давайте проявим поддержку. Готовы? Ой!
Упил, упил. Хорош, молодец. Давай. Давай. И души, и души. Хорош, коленка, давай, коленка. Вторая дыхалка. Баба. Все, еще. Следующая пара. Заряжайтесь, парни, вы следующие. Не шатнул. Давай, Кирюх, еще раз выстрел, давай. Ты можешь, Кирюша, давай. Давай, давай. И души, ты можешь задушить его. Души. Давай, 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 давай. Давай. Перчатки не хватаем. Кореец, вылезай, ты что там залез? Он тебе сейчас все ребра отобьет уже. Давай, вот так. За канаты ползи, что там делаешь вообще? Говорится, выбирайся оттуда. Стоп на середину, в ту же позицию. Водички хотите, нет? Хочешь водички? Спроси у Славы, разрешит, нет? Чуть-чуть попозже. Другой раз. Это тебе не Макдональдс, да, Слава ничего не разрешает. Давай, сюда, на середину. Слава, они оба уже пали, кажется. И духом. Телом, и духом немного. Будет продолжение? Продолжаем. Последний шанс. Ложись. Никто сверху. Не спорит с большим Давайте славой. Поаплодируем. Ой. Ребятам стараются. Руки, руки, хорошо вяжут. Хорошо. Как по животу, так по голове. Ребят, солнышко ушло. Берите сюда, садитесь ближе. Активнее защита. Давай, забирай его. Крутись, крутись! Вот, кофту не держим! Давай. Еще раз! Все, Кирюх! Все, Кирюх! Он выдохся! Давай, стоп! Я не знал! Давай! Ты не знал, что Слава так решил! Сюда! Не знал, что Дмитриев! Сюда ко мне. И теперь он вдохнулся. Парни, это тяжелый матч. Тяжелый бой. Палящее солнце. И солнце вытащило из парней больше силы, чем они друг из друга. Своим решением я даю победу этому человеку. Аплодисменты! Парни, давайте туда, в зону славы, расскажете, что думаете об этом бою. Мы немножко расчистим полянку для вас. И да. Поговорите с большим Вованом. Средним Вованом. Давай дадим слово средним твоему Вован. Оппоненту первое. Ты куда ушел? Иди сюда. Верни. Хамзат. Ставропольский Хамзат, ты сказал? Да. Топ-менеджер, расскажи, как прошел бой, чего не хватило, чтобы одержать досрочную победу? Капа. Да, времени, Капа. Наверное. Раковина. Было бы времени больше, у меня была позиция в преимуществе. Так что пару минут, и я бы закончил победу свою техническим нокаутом. Ты чувствовал себя силы, без проблем закончить дальше, продолжать, то есть ты не был уставшим? Не, у меня наоборот, чем дальше, тем второе дыхание открывается, поэтому я готов еще помахаться. Сегодня же или на следующем турнире? На следующем, не борщи, так много, давай. Не дает никогда, да, третий турнир людей. Не дает. Конечно, берегу. Владимир, берегу. Я тебя. Посидею здесь. Конечно, да. Спасибо тебе, уточни, какой у тебя рекорд на данный момент? 17 боев. Не. 16 меньше. Побед, одно поражение. Да, что-то вроде того. Я со счета сбился, если честно. Столько боев, что уже сбился со счета. Да. Все, спасибо тебе огромное. Ждем тебя на следующих турнирах. Гигантская структура знает. Если рефери остановил схватку, это технический нокаут. Технический нокаут. Огромное спасибо за теоретический урок от нашего UFC-шного рефери. Аплодисменты рефери в ринге. Он передает эстафету Евгению. Давай, расскажи пару слов. Интервью у бойца, который потерпел поражение. Ты так красочно начал и так... Закончил. Заканчивают тёлочки в постели, а я только начал. Но вес был разный, чувствуешь? Все, что я проиграл, все, что я выиграл, для меня это победа. Я не занимаюсь вообще, это не отговорки, я живу на 4.20. Сегодня кайфую, завтра ебашим ебал. Всем нахуй здравия, всем, кого не бил, здравствуйте. Здесь кореец надолго нахуй. Молодец. Это был мексиканский язык, это не то, что вы услышали, абсолютно другое. Не воспринимайте это близко, серьезно. Эмоции здесь яркие, зашкаливают.